Новое время требует новых решений, смелых, продуманных и надежных. Необходимо обновить законодательство, регулирующее вопросы бизнеса, а также общую регуляторику. В качестве примера введение параллельного импорта, где ряд компаний столкнулись со сложностями в области транзакций, сертификаций. Путь решения сложностей искали на 14-м бизнес-форуме, где эксперты обсуждали настоящее и, главное, будущее бизнеса. Неплохие перспективы дает масштабный логистический проект, который позволит обеспечить прямую доставку грузов Рекоморья от ульяновских портов до Ирана. Одна из задач, чтобы все-таки этот канал был двухсторонний, а не односторонний, как сегодня наш торговый баланс с Ираном 20 на 80 России, да и Ульяновской области тоже, и обратную загрузку. Именно вот на профильной сессии мы сегодня и проговаривали о том, что какие объемы, какой продукции. Меморандум о сотрудничестве между губернатором Ульяновской области и губернатором провинции Казвин Исламской Республики откроет возможности для двух сторон, убрав лишних посредников, и откроет все преимущества свободных портов. Сбывать продукцию непосредственно на территории России ульяновским предпринимателям тоже стало легче. Еще одна электронная площадка стала доступна для реализации товаров от текстиля до мягкой мебели и строительных материалов. Через фонд развития промышленности, через фонды, поддерживающие здесь предпринимателей, вместе с Ульяновской областью будем активно работать над тем, чтобы как можно больше локальных продавцов, локальных производителей получили свой доступ к миллионам покупателей по всей стране. Более 200 предпринимателей уже работают на электронной площадке. За год им удалось реализовать более 31 тысячи товаров, что практически в 7 раз больше, чем в прошлом, 2021. Новая реальность откликается новыми решениями. И даже в самое сложное время выход есть. Возможно, надежнее прежнего. Маргарита Матюшинская, Максим Архипов, репортер 73.